это тут за такие, она зубами пощелкай, какие зубы у нас. Ой, страшилистые. Ничего себе ты так цокаешь. Давай, давай. Привет. Какие-то сюрпризы на праздник. Какой праздник сегодня? Хэллоуин! Правильно! Еще раз скажи. Хэллоуин! Хэллоуин! Открываем вот это. А ну нет, сначала давай посчитаем, сколько же у нас сюрпризов. Тебе интересно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пакетов! 10 сюрпризов раз. Первый будет вот такой. Вот такой сюрприз. Что ж там интересно у нас сюрпризов есть? Зубами. Ай-яй-яй. Слизь! Что это за сюрприз? Это такая слизь? Да. Ну покажи. Покажи, покажи, покажи. Что она делает? Ничего себе. И она что, мнется так? Да. Вот так. Ну, Дарина, ничего себе. Скажи его на место. Ну, складывай, потом будем играть. И самый красивый. Самый красивый? Дальше. Вот такой сюрприз. Дальше вот этот. Ртут лизун первый. Да, такой зелененький. А второй лизун у нас вот какой? Вот такой. Красный. Ну, ничего себе, одни... Он еще... О, какой классный! Так мнется, мнучки такие, да? Да, мнучки. Красные, зеленые мнучки. Дальше. Открываем дальше. Покажи, какой сюрприз. Вот такой вот сюрприз такой. У нас. А в середине такая мнучка. Теперь вот это. Ой, что? О! Открывай. А, тут какой-то апельсинчик. Давай его открывай. Ой, какой это. Ой, это что? Покажи ближе. Что он делает? А вообще он что? Он похож на что-то там? А ну покажи. Что это там? Дыня какая. О, это может быть ананасик даже. Ничего себе. И что, он такие бульки делает? Да. Внутри там что-то есть? Да, это какие-то какашки! А ну дай мне посмотреть, да. Да, посмотри. Он желейный! Ничего себе! И внутри там что-то есть. Боже, а там что-то плавает! О, боже мой! А давай, дай! Боже мой, дай мне тоже! Вот такое. Боже мой! Вот такое плавает. Боже что-то. Как на Хэллоуин, черное что-то, да? Лошадок. Интересное такое. Это сюрприз твой. Ну и сюрприз, да? Дальше. Ой, что-то твердое. Это Мэнденс. Мэнденс. Давайте его откроем. Боже, сколько у тебя всяких лизунов сегодня? Ой, тут какой-то скотч. Тут скотч наделан. Давай я посмотрю. Открывается. Так, часы. О, открылась. Открыла? Что там фиолетовый, какой красивый. И тоже такой липучий. Ничего себе.
Это лизун такой, только фиолетовый. Так, а ну ближе покажи мне, вот что же он такой. А, он с перламутр, с блесточками. Да. Смотри, там какие блестки. Покажи, 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 как он блестит. Как он красиво блестит. Покажи всем, как он блестит. Вот такой вот. Ничего себе, такой даже не видела, блестящий. Я тоже. Так, ну, будешь сразу на место. Будешь это лепить с него? Да. Так, закрываем. Вот. Какой следующий будешь брать? Вот, выбирай, вот выбирай. Этот. Как. Вот этот. Ну давай. Так, открываем. О, тут конфета! Ну, какой же Хэллоуин без конфет? Ой, тут какой-то паучок. Нет. Тоже лизун, да? Такой. Нет. Давай, открывай. Не, он открывается тут. Вот так. Там такое есть. Да! Резиновый. Тоже липучий? Да. Ну, а ну ближе покажи его. Да. Какая звездочка липкая. Классненький? Да. Приятненький? Смотри, как он тянется. Подтянется? За резинку. Ты? Можно стрелять в нем, да? Кого-то. Вот, подошли. Смотри, меня липучий. И стрельну. И стрельну. И конфета. Вот этот. Дальше. Ой, тут какие-то червячки. Какие-то червячки. Сейчас попробуем. Ну, без червячков не обойтись. Надо и с червячками. И что ж там такое? Покажи. Это червячки. Ну, ничего себе, сколько червячков. Вкусные. Вкусные? Это желейки, наверное, да? Желейные червячки. Ой, и что, ты будешь таких всех кушать сейчас? Mm-hmm. Смотри, какие они. О, растяни их. Дай себе, какой ты следующий вот берешь? Вот этот берешь? Да. Ой, тут какой-то... А, лизун! Лизун? Да, розовый. Теперь снимаешь? Угу. Ой, какой это розовый лизун. Ну, покажи его ближе, потрогай пальчиком. Какой он там. Ничего себе, какой бульбочки. Давай попробуй его. Ой, как красота. Это же надо такое. Такой лизун. Угу, такой лизун. Давай его вылим на стол. Давай, выливай. Какой интересный, да? Просто он развивается. Это как желеечка. Он такой желейный. Видишь? Если вот так бьешь, смакиваешь, и он вылезает. И розовый, самое главное, да? Тебе нравится такой? Да. Ложу в рюмочку обратно. Ложу сюда, ставлю. Так, дальше. Выбирай какой. Так, вот что-то такое еще тут. Это еще такие же! Только уже вот такие, красные с зеленым такие червячки. Это уже какие-то змеи. Да, какие-то змейки. Какие змеи. О, тем ложи, боже, какие красота. Боже, какие красивые, боже, яркие. Боже! Ух. Вот ну, это. Ты не попробуешь одну змею? Я попробую. Пробуй же одну. Ой, какая! Тянется? Так. А, голубой! О, еще один голубой. Там что-то такое. А что ж там такое? Ну, покажи. Там какой-то динозаврик. Ну, покажи, что какой-то там есть. Какой-то динозаврик, видите? Желтенький. Вот такой вот там. Ящерка какая-то. Да, ящерка. Что на нем там на крышечке нарисовано? Что-то нарисовано? Глаз. Глаз? Да, глаз какой-то, видите?
Хвост какой-то. Пацан динозавр. Так. Вот тут синяя лису. Он тоже жидкий? Да. Что он делает? Какой цвет красивый. Этот какой-то... Какой-то динозаврик. Кто это такой? Какой-то динозаврик. Это динозаврик? Да, как... Это ящерица. Это ящерица! Вашим его. Она там живет. Плавает в синей воде. В синей водичке? Да. Вот такой. А давайте будем мы тоже. Давай его. Чу-чу-чу-чу. Я же живу. Как вам? Какая красота у тебя тут. Столько всего. Сложу его. Емкость. У тебя теперь два таких. Один голубой, один розовый. И красивый. Дальше. И последний остался. Последний. Так, что же нет? Какой-то язунчик. Такой, видите? Видим. Это язун с шариками. Такой, с сюрпризами. И что он там делает? Он хоть раз... А смотрите, он тянется. Прилепился. Да. Приклеился к кулечку. Это просто шариками. Просто шариками такой. Шарикообразный такой. Вот этим может... А ну? Он приятный! Приятный? Он да, когда потрогает. Нажимаешь, да, он колется. Он как массажер. Да, ой, он класс, как пластиковый такой. Интересный. Короче. Просто спать он может делать. Что-то можно лепить с него. Куда-то он убегает. Это был последний сюрприз. Последний? Какая змею! Ты с него змею слепила? А вон еще кусочек, смотри, ты обронила. Он тянется. Тянется? Ой, он действительно такой перламутровый, такой классный. Слепи с него что-нибудь. Ожерелье. Еще и лепить можно, да? Вот такие хэллоуинские у нас призы сегодня. Всякие мерзкости такие, да? Мерзости всякие. Лизуны, липуны, липучки. Пока-пока. Пока-пока. Я буду играть.
ночью точно знаю, я вампиров погоняю, вас замучают одышки, вы летучие, но мышки перед утренним рассветом. Дырочки. А ну-ка, как переливается. Да. Понюхай, как он. Жирка пахнет. Да. А ну, понюхай, розовый пахнет. Да, я вижу. Да, розовый точно малиной пахнет. Так приятно. А вот синий какой-то фу, какой-то химии. Солнце свет в ночном остроге, к вам шагает по дороге. Всех достану, всех найду, эй, вампиры, я иду. Не летать вам при луне, не кусать людей во сне. Не тащить их под венец, эй, вампиры, вам конец. А теперь у нас такие классные сюрпризы. Все, будешь играться, лепить. Ну все, пока-пока! Подписывайтесь на наш канал! И ставьте палец вверх! Пока! А я буду играть. Красивая. Как живая. Слизь какая голубая, да? А ну подними ее, подними. Ой, как она растягивается красиво, да? Что надо такое? Ничего себе, какая длинная. Слизь. Эй, она убьется. Где-то настало зеленое, мне кажется, больше.